Продолжаем наше путешествие по авианосцу. Чертовщина. И нас уже хотят убить. Прочуяли о нашем проникновении. В прошлый раз мы каким-то образом, я так и не понял, упали на этот матрас. Хотя нет, это не матрас, это какая-то железная балка. И разбили себе голову. На этот раз попытаемся аккуратнее. Бета, подойдите на палубу 3. Иначе Бета, подойдите на палубу 3. Можно тут ничего там не видишь? По 10 раз переходить. Так что надо будет аккуратнее на этот раз. Странный происходит. Да нет, нет, ничего, ребята, здесь все чисто. Он там! Хрен тебе! Хрен мне! Пожалеешь, что не стоп! Сейчас я до тебя доберу. Ох, какие ребята бронированные. Хватит еще! Так ты мне еще ничего не сделал. Не очень-то дружелюбно они настроены. О любых подозрительных происшествиях немедленно докладывайте к Малеву. Да нет тут ничего подозрительного. Какой-то чувак в красной футболке бегает, всех стреляет. Что тут может быть подозрительного? Все как обычно. Черт, у меня тут отсвечивает, поэтому ни хрена не видно, приходится врубать фонарь. К нам прибывает вертолет. Отряд Дельта, пройдите на взлетную палубу. Вертолет? Что за вертолет? Интересно, что ребята эти делают на этом ржавом корабле? Внимание всему персоналу! Будьте осторожны при приеме пищи или напитков, которые находились на солнце продолжительный период времени. Так, а куда мы свалились? Что-то я тут уже ощущение запутал. Прибывают поврежденные машины. А вот эта дверь. К приему и ремонту. Что-то я не понял, по кругу что ли пробежал? Алло, позвонить можно? Бегаю тут кругами. Никакой подсказки. Ни карты, ничего. Я не хотел это выбрасывать. Случайно не на ту кнопку нажал. Так. Сюда я провалился, значит идем сюда. Ты нашел его? Нет, если только она не замаскировалась под одного из наемников. Наконец-то мы вышли наружу из сохранения долгожданно. А вон ребята, которые нас не замечают. Ух, ничего себе, четкое попадание в голову. Я думал, они тут так не умирают. Нет. Ты мой! Да ладно. Иди возьми меня, если я твой. Жив. Жив-жив твой друг. Пулемете что ли стоял парень? Так, мы выбрались на поверхности, теперь нам надо. Теперь нам главное выжить сначала. Откуда стрельба? Непонятно. Может с лодки? Ага, он. Главное, чтобы какой-нибудь гранатометчик из-за спины не шмальнул. Какие-то звуки странные. Глаз на жопу натяну! Какой дружелюбный дядя. Свой что ли натянешь? Ну-ка покажи мне, как ты это делаешь. Отведай свинца! Так, откуда ты справа? Ты мой!
Блин, никак не пойму. А, вот я он. Иду за тобой! Козел. Всегда найдется какой-нибудь предатель, который со спины любит пострелять. Нет, тут по-мужски один на один выйти. Спереди. Нет, они, блин. Откуда? Ага. Парень, ты только проснулся, что ли? Тут 10 человек уже убили, а он только спрашивает, что здесь произошло. Интересно, а где лодка? Ладно, спокойно. Джек, спокойней, спокойней. Не надо нервничать, сейчас всех потихоньку грохнем. Без лишнего шума и пыли. Главное найти выход. Опа. Черт. Вот это я больше всего не люблю, когда выходишь в какое-то место, и откуда-то идет стрельба, и не поймешь откуда. Грохнули. Ладно, эту войну не буду показывать. Загружу с последнего места, по-моему, убийства. Нашел я этого чувака, который убивал меня все время. Он стоял где-то вот здесь вот. Теперь надо аккуратно пробираться, чтобы меня опять не убили. Да, иногда мне кажется, зачем я взял сложность сложно. Тут можно было умирать на каждом шагу. Зато все как по-настоящему. Парень долго-долго крался, но в итоге оба это самое. Эй, ну понятно. Есть там кто? Да, это у нас я. Ушло нападение, наверное, он ищет ту девчонку. Я знаю, да нет, я не девчонку, еще что вы взяли, просто гуляю тут как по музею. Да, сейчас я до тебя. Сейчас ты до меня что? Будешь домогаться? Так. О, видеоролик. Отлично. Самой Вэл здесь нет, но я нашел ее камеру. На кассете какой-то клоун по имени Кригер. Этот архипелаг – идеальное место для моей работы. Острова находятся в стороне от морских путей, и здесь, вдали от цивилизации, никто не помешает моей работе. Мне потребуется время, но будущее всего человечества зависит от успеха моей работы. Я осуществлю предначертанное. Дойл, они забрали Вэлл в какой-то чертов бункер. Где это, а? Я знаю это место, но оно хорошо охраняется. Садись в лодку, я тебя встречу. Хорошо. Короче, какой-то, как всегда, профессор проводит какие-то опыты на этом острове, типа далеко от цивилизации. Помешать, чтобы помочь человечеству в будущем, не пойму, как опыты на всякой хрени помогут в будущем человечеству, по его словам. Ну ладно. Это мы постараемся выяснить позже. Теперь нам ты надо ничего там не видишь? Выбираться. Так, отсюда я пришел. У меня просто нервы пошали. Да, у меня тоже. Внимание всему персоналу. В зоне посторонней объявлена боевая тревога. Да нет тут никого, вы че? Взять его! Я разнесу тебя в клочья! Ну давай, я жду. Ох ты, блин! Козёл! Чуть-чуть, блин, мажу, но
ход дела вертолет уже прилетел, чтоб меня это самое накрыть. Отлично, сохранение. Как я люблю. Код тревоги Дельта. Всем отрядам код Дельта. Ай-яй-яй-яй-яй. Ох, ё-моё. Да, вот это один из самых тяжелых моментов. Так, сейчас надо прятаться правильно, чтобы ни вертолет, ни эти солдаты не могли грохнуть. Так, 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 куда же побежать-то, куда же побежать-то? Код тревоги Дельта, всем отрядам код Дельта. Код Дельта? Ай-яй-яй-яй-яй, я застрял! Ох, ё-моё, они везде, и сзади, и спереди. Код Дельта. Так, после 10 попыток, кажется, я нашел более-менее место. Сейчас попробуем. Сейчас снять вертолетчика. Так, 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 очень тяжело здесь, здесь народу вообще тьма, блин. Сейчас главное аккуратно всех выносить потихоньку. Ой, ё, блин, или сначала с теми сзади разобраться. Хорошо, хоть ящики нам тут оставили. Иначе бы тут я вообще не знаю. Как тут на пустой палубе воевать? Так, еще один сзади должен был быть. Это он! Ну вот опять какой-то предатель сзади грохнул. Да что ж такое-то, а? Так, пробуем, пробуем, пробуем. Вертолетчик сняли, пулеметчик сзади сняли. Одного не знаю насчет второго. Теперь вот этих ребят сначала сниму. Жизни не так много, поэтому надо все делать аккуратно. Да что такое? Почему ничего не получается? Интересно, кто это с гранатомета там шмалял, а? Я побежал. Сейчас мы им там дымоухи накидаем. Ох, ё-моё! Очень удачно я кинул. Так. Надеюсь, кого-то зацепил. Такой смелый, сдохни! Черт, они еще могут с любой стороны выйти. Мне это напрягает. Вот мне. Черт побери! Правильно, отходите, блин. Черт, у меня уже патроны заканчиваются. Прикройте меня! Одного уже прикрыли. Так. Выкурите его оттуда! Мама мия, не надо меня выкуривать. Что? Черт, патронов уже не осталось. Придется пистолетом работать. Или вот этой пуколкой. Хотя у нее тоже.
На, лови гранату. Парень вообще не при делах, стоит там, что-то своим делом занимается. Ой. Так, кажется, сзади еще кто-то остался. Ах, господи, как же не хочется помирать-то и начинать все заново. Ах, ё-моё. Опять не пойму, откуда стреляет. Ненавижу это. Только не надо сюда залазить. Да что такое, блин? Лестница прям, я не знаю, какое-то зловещее место. Блин, я думаю, надо просветить все нафиг. Хотя так вроде никого не видно. Чё, патронов нет, что ли? Я уже собрал. А, я уже собрал. Где же, где же, где же? Я так боюсь. Кажется, откуда-то спереди стреляют. Точно, вон. Еще чуть-чуть до лодки, еще чуть-чуть. Главное аккуратно. Блин, мне любой бугорок кажется, что это солдат стоит. Так, броня нам не помешает. Так, ну все, вроде разобрались. После, я не знаю, скольки там попыток уже. Бежим, бежим, бежим. Надеюсь, лодка нормальная, там не какая-нибудь развалюха с веслами. Ой, вот она. А-а-а! Как я так промазал? И что теперь делать? Что, заново забираться наверх, что ли? Не, ребята, вы что, издеваетесь? Я вижу лодку. Черт, придется оббегать. Вход в корабль завалило. Я думал, все, не заберусь, придется начинать заново. Но я заметил какие-то сети, блин. И смог по этим сетям забраться. Слава богу. Я бы не выдержал начинать все заново здесь. Фу, сейчас самое главное попасть в эту лодку. Не промазать. По 10 раз бегать. Извините, не очень хочется. Ну, что за лодка дурацкая? Окей, я взял лодку. Что дальше? Наш единственный шанс – разрушить коммуникационную сеть на острове. Так мы сможем поднять смонтоку, во время которой ты скроешься. Для этого ты должен добраться до острова Кабету. Держи курс на восток. По пути тебе вряд ли кто подскажет дорогу. Блин, просто замечательно. Я упал вместе с лодкой и сломал себе, я не знаю, столько костей, теперь здоровья просто нет. Ой, ну ладно, до следующего раза.